Я птицу счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я лечу, теперь сама летаю. О-о-о, у-а-га, е-е, о-о-о. Да-да-да-да-да-да-да. Друзья, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Мы с Вованом только что пришли с магазинов. Как всегда, накупили кучу еды. Ребята, смотрите, оу. Мы готовимся, мы всего покупаем. Вот много таких пакетов. Наконец мы зашли в аптеку. И знаете, что мы там нашли? Ребята, я там себе купила снова глицин для мозга. Так. И купила себе, наконец-то, поздравьте меня, мы нашли аскорбинку с глюкозой. Да-да-да, наконец-то она появилась. Очень вкусная штука. Полезна, с витамином С. Общеукрепляющий. Видите, взяли сразу 10 пачек. Моя прелесть. Да. Знаете, почему я рада? Потому что мы 2 недели ходили, ее не было. Не помню, сколько стоит, по-моему, по 13 или по 17 рублей одна пачечка. Мы сразу купили. Тоже глицин. 50 таблеток. В общем, в общей сложности, по-моему, 174 рубля. Все вместе. Купили в Максавите. Совершенно не жалею. Да. Дальше. Сейчас будем с вами разбирать вот такой здоровый, понимаешь, пакет. Как всегда, наш любимый спар. Что мы тем богаты? Мы богаты хлебом. Мы богаты колбасой. 284 рубля. В общем, в общей сложности мы потратили 2200 рублей. Вот, колбаса докторская. Чернышихинская колбаса год. Вот. Дальше. Еще один хлеб. Не помню, сколько стоит. Купили картофан. Хороший такой картофан красный. Дальше. Что мы еще купили? Мы еще купили моркву. Моркву будем делать борщ, варить. Вкусный, хороший борщ. Также помидорку. Розовая помидора. Была по акции. 199 за килограмм. Взяли 2 помидорки. Не помню, насколько вышло. По-моему, чек я где-то посеяла. Я его выкинула. Да. Не думала не снимать, что-то у меня настроение такое, решила поснимать. Еще огурцы у нас с вами, разумеется. Нет. Взяли горчицу. Горчица русская, хорошая, острая. Такую любим. Оно у нас закончилось. Взяла еще вот такое вот мясо. Это у нас косточка, смотрите. Это у нас коленная часть. Оно с мясом идет и с такой вот сахарной косточкой. Очень хорошо для супа, для навара. Вот, говядина. По 189 рублей 90 копеек. Вот это вот на 100 рублей. То есть как раз на борщ, говядинка с косточкой сахарной. Самая тема. Так, это вот у нас часть, первая часть. Пакет валяется. Что-то прям настроение такое веселое. Да, что мы тут еще взяли? Сейчас покажу. Так. Смотрите. Мы еще захотели взять мороженое. Мороженое. Вот такое вот мороженое. По 29,90. Это оно было по акции. Вот такое вот мороженое. Секундочку. Так. Поставлю вас на помост, чтобы вам было виднее. Это как, знаете, высоко сижу, далеко гляжу. Так, яйца. Яйца были по акции. 49,90. Вот, смотрите, такие хорошие яйца. Но они грязные, их нужно мыть. Но, с другой стороны, они крупные. Видите, такие хорошие яички. Взяла тоже. По 49,90 вот такие яйца. Дальше. Взяли еще грибочки наши любимые. Это опята с луком. Очень классные. Взяли виноград красный. Он тоже по акции шел. 199 за килограмм. Вот здесь примерно килограмм. Вот такой здесь виноград. Красный, хороший. Я люблю такой виноград. Очень классный. Так. Дальше. Вторая десятка яиц. Яиц в доме много не бывает. Так, мы еще взяли, знаете что? Смотрите, рыба масляная, тушка холодного копчения. На 268 рублей. Здесь у нас 316 грамм.
Она была по акции 849 рублей. В общем, у нас сегодня одни сплошные акции. Вот такая рыбка. Покушать очень вкусно. Так. Ну, Гришна взяла опять котлеты. Так. Что у нас тут еще? Смотрим. Текс. Текс. Взяли морс. Такой вот добрый. Он по 79,90. Был тоже акция. Одна сплошная акция. Да. Вообще, знаете, когда прихожу в магазин, у меня сразу глаз приметан. Если я вижу акцию, я такая взять. Нужно взять. Потому что даже если что, особенно если срок годности позволяет, я стараюсь взять и, не знаю, в холодильниках сохраниться. Потому что у нас, смотрите, у нас два холодильника, раз и два. У нас две морозилки, соответственно. Ну, благо, есть где хранить. Так что беру много и про запас. Сок вот, например, надолго хватит. Яйца тоже. Так, дальше. Второй морс. Вот у нас взяли 2 литра. Такого морса. Взяла свой любимый кефир городецкий. Вот. Я не помню, сколько он стоит. Где-то, по-моему, около 70 рублей. Вот здесь целый литр мне хватит на 2 дня. На 2 ужина, так сказать. Ну и взяли немножко пива Балтика. Оно было по акции. Взяли 2 баночки, под рыбку. А здесь по 49,90. Вот. Вот такие у нас небольшие покупки. Вот смотрите, тут видите, все валяется. Да. Куча всего. Куча еды. Сейчас с вами будем жарить котлетки. Готовить Вована к работе. Он, как всегда, на работу. А он тем делом, знаете, что делает? Разумеется, играет в танки. Да. Вот так вот жена работает, разбирает все это, готовит, понимаешь ли, а он играет в танки. Ладно, пошла переодеваться. Стриптиз я вам не устрою. Как не хотите. В общем, пошла переодеваться. Сейчас с вами будем готовить. Слушайте, какая красота. Как я люблю, когда у меня целый холодильник. У нас здесь есть и картошка, у нас здесь есть и майонез, и сок, и кефир, и пиво, и рыба, и колбаса, и всякие там туда-сюда, овощное рагу, куча беляшей, овощи, пожалуйста. Все у нас есть, все есть. Здесь тоже все есть. В общем, красота. Обожаю. У меня просто, знаете, у меня депрессия начинается, когда у меня пустой холодильник. Мне срочно нужно пойти в магазин, чтобы был он забит. С пустые полки я просто вообще терпеть не могу. Вот как вы к этому относитесь? Я вот такой вот, у меня бзик есть небольшой, да. Хоть что-нибудь должно лежать. Не люблю, когда у нас мышь повесится, так сказать, я за, понимаешь ли, за гуманное отношение с животными. Поэтому стараюсь, чтобы у нас мышь никогда не вешалась. Здесь всегда было что покушать. Ну что, приступаем к жарке котлет. О, ребят, смотрите, у нас котлеты. Дальше налила масло. Масло у нас не рафинированное, немножко налила. Там сейчас буду варить макарошки. Готовлю мужа к трудовому дню. Все дела. Так. Смотрите, знаете, котлеты, когда покупаешь, например, готовые, да, на них очень много остается панировки. Я обычно делаю как? Включаю для начала плиту. А тут как всегда забыла. Так, пока она немножечко разогревается. Так, все это дело так обматываем. Я просто сгребаю всю вот эту панировку, чтобы лишней не было, чтобы они не были слишком такими панированными. И все дело закладываем. Да. Знаете, некоторые пишут, что типа я переигрываю. Иногда да, знаю, заигрываюсь, но обычно на меня это накатывает, когда у меня хорошее настроение. И когда у меня, знаете, хорошее настроение, мне хочется петь, танцевать. Сейчас к Вовану приставала. Вот, что-то я с ним все прикалывалась. Типа как это, ролевые игры. Что все это нормально. Главное, чтобы не строить из себя, так сказать, того, кем ты не являешься. А если я немножко сумасшедшая, мне не стыдно в этом признаться. Вот такие дела. Да. Иногда хочется петь, иногда хочется танцевать. Иногда настроение хорошее. Кстати, как вам моя сестра? Надеюсь, понравилась моя сестреночка. Вот такая у нас порода. Хорошо готовит.
Вот веселый тоже человек. И как я поняла, что мы всей семьей, как говорится, не боимся камеры. Вот. Если все будет хорошо, если вдруг она изъявит желание, мы сделаем ей отдельный канал. Кстати, накидайте вариантов, как назвать канал для ее, так сказать, кулинарных влогов. У меня были мысли назвать как-нибудь, знаете, типа «Пиратская кухня Тани». «Пиратские рецепты мамы Тани». Во, я хотела так назвать. Не знаю, как получится, не получится. Все мои идеи. Не, ну у нее вообще, конечно, много. Она отлично готовит. Хорошая она хозяйка, хорошая мама. Вот тут не дать, не взять. 3 детей вырастили с мужем. Молодцы. А парни какие красивые. А девчонка какая у них классная. Прям вообще молодцы. Я с какой-то стороны, знаете, по-доброму завидую. Тоже хочу, чтобы у нас с Вовчиком все получилось. Чтобы у нас тоже были дети. Надеюсь, все будет хорошо. Вот все, у нас здесь все жарится. Видите, уже все шкварчит, уже все побежало. Знаете, кто-то покупает готовые замороженные котлеты. Вот заморозку я не люблю. В Спаре очень хорошая готовая продукция, поэтому периодически, когда ленимся, а это бывает часто, в последнее время очень много работы. Знаете, вот вы думаете, что это все так легко. На самом деле это нифига не легко, потому что вести канал, отвечать всем на комментарии, а иногда открываешь видео, вот, часа 4 не отвечал на комментарии, и смотришь потом. И так листаешь, конца и края нету. Но я же хочу всем ответить, всем, так сказать, уделить внимание. Поэтому очень много времени уходит. Иногда там по часу, по два просто сидишь, отвечаешь на комментарии. Там прошло время, обновляешь, и там еще десятка-два комментариев. Я, конечно, очень сильно рада людям, но, опять же повторюсь, очень много времени уходит. И не надо думать, что это прям такая халява. Вот, так что смотрите, сейчас жарим котлетосики. Сейчас у нас туда пойдет макарошки. У меня есть также картошечка, которая с тушеночкой я делала пюре. Вот. И у нас еще есть мясо тушеное с овощами. Так что Вован Павлович будет сытый и довольный. Так что за него не беспокойтесь, он всегда доволен. Я согласна, как многие говорят, что своя продукция, своя готовка, она намного лучше. Вот уверена, вы говорите правду. Но, опять же повторюсь, не всегда есть время, не всегда есть желание. А когда нет желания, всегда выручает что-то готовое. Согласна? Согласна. Уверена, у нас тоже есть девчонки, которые тоже грешат полуфабрикатами. Уверена. Если вы тоже нормальная женщина, которая иногда, ну, главное, как ты это приготовишь, как ты это выберешь, знаете, выбрать тоже, знаете ли, особая наука. Не все котлеты одинаково полезны. Сейчас это все поджарится, я переверну и под крышечку, чтобы это, так сказать, дошло. Сейчас вот видите, остатки макарошков на одну коробочку ему сделаю. Так, у нас вот такие вот коробки. Мы ему покупали, здесь даже написано «Спартак». Видите, Вован у нас Спартак. Так, все это у нас будет вкусно и приятно. Как говорил у меня отец, все будет очень вкусно и приятно. Стараюсь сразу все протереть, если вдруг что-то там капнет. Чистота, знаете, есть такая фраза, да, что чисто не там, где постоянно убираются, а там, где не мусорят, вот. То есть, благо, что мы с Вован Павловичем очень аккуратные, оба подобрались, и это большой плюс. Я прям рада, что я нашла вот человека по своему, так сказать,
менталитет. Ну, не менталитет, а как сказать? Человек полностью меня понимает и поддерживает мой образ жизни, так сказать, аккуратности. Посмотрим, что у нас тут с котлетами. Пожарить? Нет, ничего надо пожариться. Стараюсь, знаете, по минимуму добавлять масло, потому что, что Ивану Павловичу нельзя масла много, то и мне. У меня вообще нету желчного пузыря и проблемы с поджелудочной. Вот, бывают как бы, ну, периодически. Вот, и ему тоже нежелательно. Так что стараемся все сделать диетическое. Конечно, от жареного совсем отказаться не можем. Уж извините. Но поменьше масла, поменьше там что-то жирного. И хорошо. Первая партия макаронов остатков пошел. Вторая партия макаронов пошел. Так, хватит уменьшать. Ну, чуть-чуть еще добавить. Наверняка. Ага, Все. Сейчас будет вариться. Убираем. Кстати, хотите лайфхак? Очень классный. Шикарный. Вы когда покупаете хлеб, очень многие хлеб, он с такими вот штучками, с зажимами, да? Вот любая крупа, любые макароны, там, туда-сюда. Я вот так вот беру и вот этим зажимом просто зажимаю. И, соответственно, там все на месте. Вот видите, какой лайфхак классный. Простой и классный. То есть после хлеба оставляете вот такие штучки и отлично. Ничего не просыпется, ничего не прольется. Так, котлеты, я думаю, уже надо нас переворачивать. Так, сначала надо помешать макарошечки. Макароны, макароны. А в тюрьме сейчас макароны. Да. Ну, любит Иван Павлович макароны. Я уже, видите, начала вводить кашу, рис. Он все равно. Тебе что? Мне макароны. Ну, любит он макароны. Ну, что я с ним сделала? Котлетосики, котлетосики, котлетосики. Красота. Красотусика. Так. Теперь. Смотрите. У нас все тут жарится, парится, варится. Все такая красота. Теперь мы это делаем, чтобы не брызгало и чтобы хорошо там внутри пропарилось, прожарилось под крышечку. Все, пускай жарится. Ждем. Сейчас будем ждать макароны, потом все сольем, раскидаем по баночкам и будет все готово. Ну а пока у нас там готовятся макароны и жарится мясо, точнее это котлеты, положу Ивану Павловичу немного еды. Вот у нас пюрешечка. Сейчас мы это дело положим. Вот ему с котлетками будет пюрешечка у нас. С тушенкой. Кстати, смотрите рецепт. Вот где-то вот тут вот был, должен быть. Если я не забыла. Это такая пюрешечка. Погреет. Будет вкусно. Вот и сверху пойдут котлетки. Красота. Все. Вам палочку не жалко. Вот так вот распределяем. Такая у нас пюрешечка и котлеточки сверху пойдут. Ой, красота. Также на работу салатик. И все. Ну, смотрите, видите, красота. Так, а это остатки убираем. Все. Все. Что у нас тут с котлетами? Смотрим. Котлетки у нас здесь жарятся. Как говорится, распариваются. Красота. Макароны почти сварили. Сейчас буду откидывать. Ждем. Хочу попробовать этот виноград, который купили. Вкусный. Но в нем есть косточки. Он все равно вкусный, конечно. Такой, смотрите. Класс. Кайф.
красота. Огонь. Блин, на улице, конечно, погода такая хорошая, так хочется выйти. В плане того, что хочется именно прогуляться. Не просто там до магазина мелкими перебежками, понимаете? Именно прогуляться хочется. Нельзя. Сидим, так сказать. Соблюдаем карантин. Вкусно. Все, котлеты готовы. Можно включать. Я тоже буду сливать. И все, красота. Ням-ням-ням. Кому, а? Мне? А, нифига. Так, котлеты. Походит у нас. Сюда вот уходят. Наши с Вованом котлеты. Котлеты. Котлетосики. Да-да-да-да-да. О, смотрите. Вот, все. Одна упаковка Вовану готова. Девчонки, а полюбаться у нас есть девчонки, которые тоже есть мужья, которые тоже провожают своих мужей. Что вы готовите своим мужьям? Напишите в комментарии, будет интересно почитать. Может, какие-то варианты я позаимствую, так сказать, своему мужу. Потому что нужно вот готовить вот эти вот коробочки каждый раз. Вот, иногда все-таки это надоедает. Иногда кончаются идеи, что же приготовить. Так что давайте делимся. Пишите. Ну и рагушечка. У нас еще осталось очень много рагу с мясом. Вот такого овощного, хорошего. Тоже в макарошке у нас пойдет. Сюда. Вот. Аван обожает макароны. Он совсем их может есть. Что только не положи. Вот. Не жалеем. Мужу ничего не жалко. Рагу у нас диетическое. Практически нету масла. Все у нас тушеное, вкусное. Все. Тоже рецепт рагу можете посмотреть на канале. Так, все. Все. Целая упаковка. Все. Все. Красота. Смотрите. У нас получилось делать такие коробочки. Одна у нас с макароны с мясом, с рагу, с тушеными овощами. Вторая у нас картошечка-пюре с котлетками, да. Вот такой вот у нас вариант. Это мы на первый день, на второй день. Девчонки, обязательно пишите ваши варианты, чем вы кормите мужа на работу, какие изыски вы им готовите, как вообще мужа собираете на работу, что там, салатики, не салатики. Знаю, многие, не знаю, даже супы кладут, знаете, в банки. Вот, Вовчик супы не очень любит, его дома ты фиг заставишь супа есть, на работе тем более. Вот, ну, в общем, я вот так, так сказать, периодически собираю на работу, вот такие варианты. Обязательно пишите, как вы готовите своих мужей. На сегодня у нас все, ребятки, у нас цель до конца года 30 тысяч подписчиков. Будем очень рады, если вы окажетесь в нашей тридцатке. Первой тридцатки, но не последней. Вот, на сегодня у нас все, ребятки, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Поставьте этому видео лайк. С вас не убудет, нам приятно. Всем спасибо, всем пока.